Какой канал, блядь, как назывался этот канал, ебаный в рот ваш, блядь, пацаны, не злите меня нахуй. У меня настроение вообще никакое, сука. Я сегодня, блядь, 10 лет потратил, на 10 лет раньше умру, блядь. Клубника? Канал, где постоянно крутили Comedy Club. Comedy Channel какой-нибудь. Ну как, блядь, нужно точнее. Никакого у меня ник не Дебик, блядь, никогда у меня этого не было, я поменяю скоро. Пацаны, ну как, ТНТ-4, что в натуре, Comedy Central не было, это там у Америкоса такой Comedy Night. ТНТ-4, блядь. Сейчас проверю. Comedy TV? Дайте проверить. А, да, слушай, ребята правду говорят. Comedy TV? Не ТНТ-4. Звучит. ТНТ-4, ну там еще универа, блядь. 3 часа универа, ты прикинь. Каждый день? Да, судя по всему, да. Ну, вот смотри, я прямо сейчас на эту сетку на сегодня, да? Comedy Club пару часиков. Потом универ пару часиков, потом интерны пару часиков, господи, до сих пор показывают. Да, Comedy Club потом пару часиков. Ну, короче, так, знаешь, это как... Я даже не знаю. Звучит как Dream Day, день мечты. Да-да-да, просто провалился. Включил телек. У меня клиент устарел игровой, надо обновлять. Бля, пацаны, привет. Пацаны, о, Лёха, бля, спасибо за рейд, брат. Ничего себе. Спасибо тебе большое за рейд. Пацаны, я вам говорю, я вам сегодня серьезно говорю, даже не пытайтесь меня провоцировать. Ага. Dead Again? Че, весь альбом включить? Да никакой не Дебик, бля, пацаны, я же если перепоменяю ник, вы меня не узнаете и мимо пройдете. По ссылке, блядь, нажмете и мимо пролетите на Next Streamer. Отвечаете? Спасибо большое за рейд. Спасибо, Лёха. Не, Смурфик, ничего не смотрел. Опа, можно заходить. Не знаю, надо отмедитировать в Silk Road, по-хорошему прям отмедитировать. Надо выпустить все, выплюнуть, выдохнуть. Бля, сейчас мобильник порву, как газету. Блять, баф закончился. 7-дневный. Да, у меня тоже все позаканчивалось. Сука, самое обидное вообще. Что может в жизни произойти, когда ты заходишь и понимаешь, что закончился баф. Ой, бля, да, добро пожаловать домой. Ты где там? Слушай, чем мы с тобой последний раз расстались на том моменте, когда ты остался один пиздец? Я проснулся? Ну, я, короче, да, я с утра проснулся, увидел, что ты, ну, я, типа, мертвый, но я тебя потом не проверял, у тебя все хорошо? Как потом с Экспо? У меня все хорошо, я поступил как ворона, я их яйца нахуй выкинул, свои посадил. А, сейчас я уже големов добил, не знаю, короче, могу тебе помочь в продвижении. Ну, слушай, у меня, как бы, тактика одна, я просто пойду, встану на автоохоту и буду наслаждаться вообще лучшей игрой. Давай, я хочу посмотреть на это, вот скажешь, где стоишь, я туда же обязательно прибегу. Ты в Самарканде, да? Да, блядь, ищу мел судьбы, блядь. А такси до туда ходит? У вас там есть хотя бы Яндекс.Доставка? Только общественный транспорт. Ну нахуя, блядь, играть в мобильные игры? Вообще, за какой идиот играет в это Дота, блядь, Лига Легенд? Это же вообще маразм. Люди потом нормальными не выходят. Психически больные. Слушай, ну это как надо посмотреть? Это у тебя просто, мне кажется, предвзятое отношение. Сбоку, смотри на сбоку. Не знаю, вот посмотри. Бля, пацаны, ну все весь подтвердят, что Дота это вообще, ну, дебилизм. Ну кто в это играть будет? Бля, ну ты знаешь, здесь я с тобой соглашусь, особенно когда захожу в профиль Стима и вижу, что там есть люди, которые 7000, 8000 часов нахуй в это наиграли. Я удивляюсь. А потом я запускаю, у AMD есть такая хуйнюшка, типа, ну, какого-то видео, ну, какого-то трея, типа, что она трекерит, в какие игры ты играешь, поскольку я смотрю, что он в Лиге Легенд, там, косарь часов, и это, ну... Прикинь, да. Пацаны до 25 лет набирают, блядь, в игре больше часов, чем потом за всю жизнь проведут со своей женой. Вообще хуйня. Ну ничего, сейчас мы отмедитируем, блядь, в себя придем.
А прикинь, когда какая идея, когда ты с женой играешь? Кстати, ну я вот насчет этого не знаю. Это вообще типа существующая вещь. Я просто очень плохо разбираюсь конкретно в этой части, но. Мне кажется, ну, смотря как ты играешь. Если ты хочешь играть с женой, ну просто играть со своей женой, тогда это идиллия. И она хочет играть с мужем. Если ты ей башишь на победу, то это очень сомнительно. Ну, ты знаешь, я такое. Ну, с мобами нет. С мобами, да, действительно, не канает, но в ММО я прям повсеместно встречал. Как хорошего помню, напарника в мобе это хлеще, чем идеальную жену найти. То есть это поиски уже запредельно. Это надо, ложиться спать, осознанный сон мутить, выходить в астрал и в соседние, блядь, реальности искать кого-то по духу, блядь. Да, мне кажется, с демоном сонного паралича проще законтачить, нежели найти напарника в мобе нормального. Ну, насчет, кстати, онлайн-игр, я помню, вот буквально год назад играл на фришке ПВ, прям так плотненько. И там у меня с утра такой диалог состоялся, мы там собирались в какой-то инст, условно, да, там пойти какую-то гуйму, и, типа, нам не хватало приста хилера. Типа, тип пишет, бля, вот приста не хватает, что делать? Я говорю, есть кто-то на примете? Говорит, ну, жена рядом спит. Я говорю, сейчас, подожди, эту, типа, свинью разбужу. Я говорю, да не надо, типа, не надо, что пусть человек отдыхает. Он говорит, да похуй. Кстати, это тебе железная аргументация. Хотел сначала, знаешь, с обвинениями там, ну, свалиться, типа, ты чё, ну, ты, у тебя есть вообще хоть грамма людского? Типа, вообще, отдаешь себе отчетность? А потом подумал, бля, может, там реально по кайфу. Прикинь, ты такой спишь, такой, Таня! А ты чё спишь, ёбаный рот? Танк нужен. РТ время, блядь. Да, я бы на самом деле был счастлив, если бы мне с утра кто-нибудь там, знаешь, ножками своими маленькими, своими крохотными ножичками меня попинул в бочочек. Никиточка, солнышко, вставай, у нас сейчас дедик. За еще 5 минут, давай, надо там фармить. Ну это в потных мечтах. На самом деле, в итоге, короче, придется одному из вас за 2 аккаунта заходить, выполнять грязные делики, знаешь. Помыть пол в банке Агримара, блядь. Блядь, это знаешь, где такая практика реально существовала? Она существовала в Травиане. Там вот, ну, помнишь, да, такая типа игра про менеджмент, что ты там запускаешь какое-то действие, браузерное, запускаешь какое-то действие, его нужно ждать в реальном времени, там, от нескольких часов, вплоть до нескольких дней. И там все топ-ребята, которые типа в топе там были в этой игры, они обычно один аккаунт по 3 человека держат. Это прям разрешено официально, ну, как бы, самой игрой. Ты там можешь у себя в настройках выбрать, кто будет твоими этими, как сказать, как их правильно назвать, короче, сопродюсеры, соучастники в твоем вот этом безумстве. И прям люди, да, 24/7, то есть там один спит, второй там смену перенимает. Типа, Саня, у меня там отстроятся какие-нибудь там претарианцы, час ночи, ты, пожалуйста, запусти там следующие войска на отстроечку. Сука, только встал на автоохоту и убили. Да что ж за жизнь, а? Надо следить за здоровьем, чтобы не убивали. У меня же, кстати, был опыт таких семейных пар, которые уже, знаешь, ну, достаточно такого, как бы, уважаемого возраста, они вместе играют в Вовку. Но там на самом деле не пары, там у них пати, как у свингеров, то есть там типа 4-5 семей, которые постоянно заходят и начинают это исполнять. Слушай, этот случай не про Верхом на Звезде, которая на Барейке была, где там вообще целый семейный подряд. Нет, подожди, там другая называлась, я уже не помню, как она. А, лол, блять, она называлась Лига Легенд, чтоб я сдох, это меня преследует, это говно. Но там было все как следует, то есть сначала, бля, ну я не знаю, мне кажется, там бешеное количество стресса копится. Потому что кто-то постоянно лажает. Не может быть, чтобы кто-то не лажал. А это чьи-то жены. Ты нихуя сказать не можешь. Ты на свою-то жену пиздеть не будешь при других, да? Ну, при дядях. То есть, либо там игра закрывается, и идет домашнее насилие. Все молчком-молчком, когда тупят, то есть хавают в себя хавают всю агрессию. А это плохо-плохо, в себя нельзя хавать. А потом, ну, слушай, это была какая-то классическая ситуация. Они сначала в рейд, а потом вечером у них в Фейсбуке фотографии с пирогами. А еще помню, как
Хотя примерно расскажу, знаешь, как выглядят отношения, когда вот это уже не типа не первый год вы там вместе играете в ММО игры, а 30 лет. Это как соупотреб совместный какой-то, я не знаю. Короче, была ситуация, я один раз только на этом присутствовал. Жена, короче, там какой-то Миша, не помню, по-моему, Миша его звали или кто. Миша лежит на диване. Uh-huh. Жена от компа сидит где-то в инсте, короче, от компа ему орёт, и все слышно, от компа ему орёт: «Миша, Миша, встань, поставь чайник!» Миша просто, и, знаешь, такой голос издалека: «Отказано!» И все. Слушай, ну вот я тоже примерно так себе представляю, прикинь, рейд заканчивается, только рейд, все такие, знаешь, ну дружные там, типа, все нормально. Только рейд заканчивается, отец стоит: «Хуяк, чипалах, матери», говорит: «Овца, что за ХПГС был?» Да-да, это микрофон, микрофон мутает, вот так ее под шкирку хватает, так за грудки: «Ты че, сука? Что за это за ХПС? Ты меня не позорь, блядь, перед Петром Васильевичем». «Завтра никаких, слушай, роллов, будем руки тебе вправлять». И едет с ней, блядь, на этот... в санаторий, ебать. Так, ну чё, я боюсь спросить, а как игра? Как игра, как тебе там играется? А ты про какую именно? Про Silk Road, наш любимый. Я просто на споте встал, у меня автоохота. У меня все в порядке, я гунов прогоняю с полей, чтобы урожай был. Давно пора, они что-то там засиделись. Да, это у них эти волки все топчат, блядь, и топчат. Так, а кстати, на EOD мне на стриме, ребят, мне нужно заприколить эту вам ссылочку. Так. Адрес ссылки. Так, сейчас я заприколю ее. Ох, блядь, все опять, сука. Кокору, блядь, закрылся. Все, хорошо. На EOD, если появится, пожалуйста, прокричите мне. Погнали. Слушай, ну я не могу это терпеть, меня на автоохоте убивают. Это просто ад. Приходи ко мне, я поделюсь с тобой. Счастьем. Да, у меня здесь все спокойно. Как тебе, что это? Ну не, мне надо птиц допинать, как бы, поэтому я, скрипя зубы, буду стоять на автокаче. Тип скидывает пока фотографию и говорит: «Как тебе? Ну, блядь, мечта фрекенбок, бля, братан. А это что внизу? Валяночка? Слушай, ну что я могу сказать тебе, братан? Федорино горе, блядь, я что могу сказать? Хороший сервант». А похвалите еще сервант. Угу. Не, не до 6 утра, не до 6 утра, даже не близко. Девушка, у вас такой красивый чайник. Носик. Носик у чайника такой греческий. Фух, бля, прикинь, что-то, короче, мне, походу, нельзя. Это, походу, реально, про нервные клетки не восстанавливаются, это реально. Собираю рейд на Тугарина. Кстати, мы в Алёша Поповича играли на позапрошлом стриме. До половины прошли. Да, да, квест. Квест? Да. О, господи, ты знаешь, мне недавно снился квест этот... Скажу про Штирлица. Помнишь такой? Кстати, про него, блядь, тоже говорил. Про него тоже говорили. Вообще, он такой прям добротный, на самом деле. Я вас такой крутотой вспоминаю. Я помню, его проходил ребенком еще как бы совсем. Мне там половина шуток как бы было недоступно. И вот эта, в частности, сама квестовая составляющая, она такая была немного омская. Типа там ножницы соединить с фотографией, чтобы порезать фотку. Из нее получился компромат на какого-то там генерала, что-то такое, короче. Ага. Слушай, ты сначала так сказал, типа... квест, а ты сначала подумал, Алёша Попович еще в каком жанре существует? А я подумал, что она напоминает какого-то типа, как про Кузю были платформеры такие старые.
Где типа там одной кнопкой прыгать, другой ногой рубить, и ты там ходишь там. Я представил FPS шутер, как Doom Eternal, только против Бастурман. Знаешь, да такой еще а-ля Doom. Да, да, да. Кстати, помнится, была такая, был такой этот, ну, Doom-like, так скажем, игра с такой же как бы механикой, но она была с каким-то ориентиром на миле, по-моему, Heretic, что ли, называлась, что там было прям оружие и ближнего, и дальнего боя, и ты там прям бегал и всячески там вырезал каких-то сектантов, что ли. Не, ну такое точно было. А еще, кстати, был очень странный такой омский фан-игра, тоже на движке Дума. По-моему, называлась Гизмо или Гизла. Вообще про полный Омск, типа там а-ля Постал начало, чел какой-то врывается в церковь, начинает там, короче, каких-то странных типов вырезать, выходит на улицы, там можно на машине кататься, давить там старух. Короче, убиваешь там Фиделя Кастро, ну, короче, полный, короче, трэш. Мне скидывают фотку, говорят, зацени. Это все, наверное, к тематике. Что ты тогда напиздякал, ёб твою мать? Это все к тематике старославянского поста, который мы держим. Я до сих пор держу. У меня, наверное, потому и настроение такое, блядь. Я говорю, пацаны, я зашел просто. Не, я даже вам рассказывать не буду, это даже стыдоба, нахуй. Просто стыдоба. Мне нужно голову лечить. Таблетками. Уколами. Что за пост-то хоть расскажи, поделись. Ну, мы держим пост позапрошлого стрима. Закрой говно. Короче говоря, мы избавляемся от вредных привычек, но очень лениво, так, чтобы не напрягаться сильно. Я считаю, у меня есть теория, что так возможно, но эта теория уже обоссывается под себя третий день подряд, но ничего. Я понял, путь ненасильственного отказа. Дао дзен или что-то там. Только ты держишь. Чинуарди, блядь, я, судя по вашим фоткам, вижу, ты не поверишь. Но я вот смотрю на это, я хочу запиздякать всю кастрюлю. Мне еще нравится, что здесь по бокам вот это вот кишечные палочки поумирали, блядь, засохли, остались на бортах микробы. Сосисон вообще, блядь, вот это сказка. Одну сосиску нарезал, что ты в самом деле? И, блядь, полкило мазика, и какой-то ты туда терияки, что ли, наебенил с мазиком и маслом? Это терияки или... Ой, бля, меня ебнули пока! Или сыворотка для гематогена, воскресенье в данном месте. Сука, блядь! Сейчас я пойду пешком. Я теперь... Че там? Ты знал, что гематоген с крови делает? Еще бы. Я еще слышал, что кабан должен быть девственником. Когда его выпускают на гематоген? Да, да. А как это проверить, интересно? Я думаю, что лучше не проверять. Просто спрашиваешь у кабана, типа, у тебя был секс вообще? Он если говорит нет, ему перерезают горло. Жуткая какая-то история получается. Там, говорит, говяжья кровь. Ты никак это не докажешь. А как, говорит, кабан сначала в тазик садится. Его проверяют. Ага, сын Поповича Ростовского. Да, я думаю, да. Думаю, Лёшу Поповича допройдем, сегодня добьем. Ага, я, кстати, кабан девственник, говорят. Устричный, бля, говорит, устричный. Устричный соус. Шоколадный сироп. Пацаны, есть еще фотки хавки? Покажите парочку. Думаешь, что наешься? Ну, хотя бы так, хотя бы посмотрю. Кстати, в воскресенье будет фестиваль японской культуры в Москве. Что-то там Икигами, да, по-моему? Окаринасай. Ой, нет, не Икигами, блять, как он называется. Да, Омедето. Омедето. Будь здоров. Дай бог тебе здоровья. Угу. Икигай, короче, вот. Приходите, почилим, посмотрим на косплей дефиле.
Московский, на косплей дефиле его идете? Сливы нюдов. Сливы нюцов макарон. Мне бы лучше и сливы, и нюцы, и макароны, и все вот это вместе. Макаревич. Все вместе, но по отдельности. И сливы, и груши. Клава Гладкий Кот, ты только не будешь там, как это обычно, сносить все нахуй, все, что видишь. Ну да. Такс. Кошка орёт боги матом. Тоже хочет всю крот, а я ком занял. За фестиваль был организован, чтобы тебя заманить, там тебя скрутят военком, едет нахуя военкому, бля, набирать людей на аниме фестивале. Чтобы они по Бахмуту, блядь, как Наруто побежали. А ты слышал, ты вообще за новостями следишь? Слышал про какой-то аниме паблик, который, короче, ну, ладно, наверное, это не на стриме, потом тебе расскажу. Ну потом давай запомни. Да не зовут меня Дав Гребик, пацаны, что за хуйню вы придумали, бля, меня этот форс бесит просто, троллинг никчемный, скажу честно, это даже не смешно. Вы знаете, как меня зовут, какой, блядь, Дебик? Я обязательно выживу. Кстати, а реально, Макс, я что-то не помню, а как вообще твой ник появился? Да, блядь, я не думал, что я стримить буду. Создал на похуй, знаешь, когда делаешь персонажа, даже не стараешься. А оно, прикинь, как закрутилось. Прикипело. Да, Дебик это фамилия, говорят. Ну, сука, гуны, а что с ними такое? Подожди, не могу добиться. Может быть, потому что свинья с ума сошла? Да нет, вроде должна собирать, нет? Так, стоять. От гунов не могу добиться. 135 гунов стрелков. Сейчас 137. Лучник. А, стрелок, ёптать. И ты, гунский ты, кстати, улан. Ты какой левел, кстати? Какой что? Левел. 42. Да ну нахуй, ты когда успел? Когда потихонечку. Ну забрать ты все, вот ты меня перегнал. Кстати, ты также бегаешь в этом, ну, в накидке профессии, да? Не-не-не, снял. В ней невозможно пати с нормальными людьми делать. Предал систему. Такс. Гун-стрелок, гунский улан-мародер, блядь. Так. Пойду найду. Только что их стоял, лупил, все было на месте. Пойду через верх. Алиса. Копейщик. Иди сюда, мой хороший. Какие эмоции испытываешь? Гидман, это охуенно. Я говорю, а фотки еды есть еще или вы че? Страх, ненависть. А вы не смогли сфоткать, как, знаете, как на студии? Стыдно показывать. Кастрюли с макаронами свои. У меня есть такой вопрос. Фейсхантер, во. Я прям сейчас что ли хаваешь? А это что еще такое? Ну это ладно, ты красиво разогрел. В духовочке, да, сделал? Ну ты красиво разогрел. Это что такое, объясни мне? Еще целая банка с этой... Спокойствие. Спокойствие. Целая банка спокойствия. Целая банка. Да, с имбирем. Тю... Слушай, у меня тут новости тревожные. У меня тут жизнь аллергия, я не знаю на что. И методом исключения выяснилось, что, возможно, на кошку. Как это никогда не было и вдруг появилось? Ну, типа, я, может, об этом не знал, но просто последние несколько лет меня очень мучает и беспокоит. Выяснилось, что это аллергия на что-то. Вот, если ты на кошку, то я не знаю, то что делать, мне подъесться, может. Клава, так, посмотрел список бан-слов, и тут вопросов нет. Но вот почему в списке разрешенных слов ничего нет? Каких нахуй разрешенных слов? Клава, я сейчас заберу модерку, ты чё, блядь, начал опять? Список разрешенных слов. Устроил здесь Арстоцку.
Так, обсуди грубо мою еду, плиз. Ну-ка, давай. Так. Чтобы ее посмотреть, мне нужно сделать так. Это ты мне кидаешь? Да, по-другому не глянуть. Что ты мне врешь? Во-первых, я объясняю. Смотри, дневной свет с окна слева. Примерно 4 часа вечера, 4:20 примерно. Значит, сейчас по Москве 22:40, 11 вечера. Значит, что, в остальном всем мире дня быть не может. Где ты сидишь? Подожди, это свинина или это лососина? Это лососина. Ага. А почему лимон сверху? Тоже непонятно. Я фрукты и рыбу мешать не очень уважаю. Значит, лимон сверху, хотя должен быть снизу. Стручки. Тебе самому не смешно? Есть что называется стручки, чувак. Пацаны могут не понять. После вот этого блюда на зону не ногой. Пацаны могут не понять. Так, что тут следующее? Ёб твою мать, да ты чё? Аж кудишка, вентилятор. Потому что в комнате уже пиздец как жарко. Обои зачет нахуй. Обои просто топ. Вот этот вот персонаж мне очень нравится. Что он пытается сделать? А бля, зря шучу, опасный парень. Ножи здесь на месте, ножи. А это слышишь, что такое? Вот это расскажи нам, что такое. Вот эта вот штука. Подожди-ка, рассказывай, что это такое. У тебя 5 секунд, и не пытайся оправдываться, ложь сразу скроется. А, кстати, мешок с палочками, зачет, зачет. В 3 года любил их. Ладно, сейчас скажу честно, даже в 3 года их не любил. Но у меня брат с сестрой, когда были маленькие, их захлеб хавали. Крабовые? Нет, сладкие палочки. Кукурузные. А горит микро с пятном от сока. Угу. Микро, говорит, с пятном от сока. Сок и сколько, да, говорит? Так, еще что-то? Жареный суп. О, блядь, человек знает. О, человек знает толк в удовольствии. Донер, блядь. Донер. О, что это? Берлинер и донер. Нихуя себе. Хорошо сидит. А человек знает толк в фастфуде. Что надо? Ух, еба. Слушай, а так хорошо. Это булочка, да, прожарена? Сам, ну, в смысле, как накрашенная, как нарисованная. Нарядная какая, глянь. А красота, пацаны. Ну, здесь, короче, Ахмат, ставлю здесь. Если бы, короче говоря, не микрофон со следами от сока, во что я не верю. У меня тоже, могу такого много рассказать, что у меня там на трусах от пудинга, блядь, полосочка. А вот это фотка бледная, братан. Тебе нужно посмотреть видосик на Ютубе, как еду фоткать. Там надо чуть-чуть контраста, там нужно чуть-чуть цветокоррекции, чтобы оно все выглядело сочно. Выглядит. Правильный фильтр. Да, выглядит как последний. Да, выглядит как обед. Да ну нахуй, меня опять убили. Пока пиздел. Гунмародер. Слушай, так мы там вот вообще, мы просто очень рядом, но мы почему-то не замечаем друг друга в упор. Я тоже, кстати, не знаю, как так происходит. Выглядит как обед интерна в морге. Слишком много белого. Ну вот этот пока победитель. Это шлягер с сегодняшнего вечера. Кстати, пиво берлинер. Что интересно. Да, берлинер, я же говорю, блядь. Это на что-то отсылка? Подожди, я думал, это шутка, но тут, походу, на одном из экранов наш стрим, если я правильно понимаю, то это Silk Road. Я узнаю его везде. Так что это не шутка, блядь. А на заднем, ты заметил принт на заднем фоне? Это, видимо, одна из хай-левел локаций Silk Road. Да. Фотообои, бля, последнего рейда. Ну, красиво. Желаю тебе подкопить денег на небольшой ремонт, на обновочку комнаты. А так фигурки зачет. А, нет, подожди, это не фигурка, это какой-то лось, блядь, плюшевый. Вот этот звучит, кстати, у меня вот, блядь, типы сидят с такими микрофонами, с этапами. У меня никогда ничего похожего не было. Кстати, как удобно.
Здорово. У меня вот, кстати, такая палка как раз. А ты все так же со стола, да? У тебя стоит вот этот что-то отдаленно похожее на фалоимитатор. А все микрофоны такие. Я ничего не могу с этим поделать. Ищи, не ищи. Так, скидывают еще. Сейчас добегу до спота. Эх, осталось перетончиков пощелкать, все хорошо будет. Слушай, ну мы когда... Когда за Китай играл, таких проблем вообще не было. Это сейчас страшный сон какой-то, знаешь, отойти на 5 минут, вернуться, увидишь, что тебя на споте скрывали. Да, действительно, слышишь, но это походу был не пиздеж про то, что европейцы должны быть в пати и все такое, друг за другом следить. Потому что, короче, как-то прибежал китаец ко мне... 30-го левела. Ага. И стоял, лупил 40-х мобов. Ну, то есть, лупил не очень быстро, но ебало не трескалось, держало. Прикинь, ну, это такая, судя по всему, такая особенность, что китайцы в Соляново хорошо идут, а европейцы в пати. Но мне тоже тяжко со своим лучником. Этот копейщик, которого Глевщик, который был вначально, он, по-моему, посильнее все-таки парень. А ты все-таки этот... Остался с арбалетом, да, бегать? Да, с ним, да, практичнее? Ну, практичнее, действительно практичнее. Это хорошо. Так-с. Это все, это как в жизни. Проработаешь там 5 лет бухгалтером, потом понимаешь, что ты сварщик. Всегда был. Цифры считаешь, а руки тянутся. Приварить. Так-с, вот это. Так, слушай, ну слушай, эта фотка, конечно, как у. Слушай, ну это как у Бэнкси, да, у тебя какая-то здесь какой-то угол соблюден, симметрия, как у этого, блядь. Как там, не Михалков, а кто там? Короче говоря, знаменитый художник. Ну, Михалков. А, ну Михалков, точно. Так я с IBB не могу смотреть. Как мне понимать это, ниточка? Сейчас посмотрю. Так. Да ебаный ты в рот, все, пока. На базу. Да, это какая-то реально проблема, слушай. Заходи за китайца. Заходи за китайца и ты пэхайся ко мне. Так, да, почему нет? Слушай, ну если не идет за мага в очко, знаешь, заходи за китайца, покачаемся. Сейчас, подожди, я тогда найду склад и торговец Саманта. Я найду тогда склад и перекину себе пета. Киша я, конечно же, буду смотреть. Конечно же, я буду смотреть Киша. Так, так, пацаны, подождите, сейчас не осаждайте. Вот тварь, Ахмад, бля. Чекните ссылку Ахмада. Не могу на стриме показать. Так, тушеная картошка с мясом. Имгур у меня работает? Ну, слава богу. Слушай, ну по борщу что могу сказать? Как говорит в чате, сюда будет килограмм 10 сметаны и пошло-поехало. Знаешь, мне нравится, как ты хирургически точно подобрал, чтобы его сварить, чтобы он вот прям вот по краям был, по краям. Слышишь, по этому борщу можно мерить как уровнем, не стоит ли дон, не кренится ли дом. Дон. Дом. Слушай, а как эстетично выглядит. Правда, борщ как борщ. Единственное, мне беспокоит количество мяса. Меня вот в супе я всегда отмечаю, это вода или это, ну, реально, как бы бульон такой наваристый, жирный, хороший. Ну, мяса тут достаточно, я вижу, что тут плавает что-то даже на поверхности. В любом случае, что я там сказал? Ну, 8 из 10 этому борщу дадим, да, особенно за то, что он до самых краев. Я бы сейчас на самом деле поел, блять, я должен сейчас плов готовить вообще-то себе, а меня... унесла дорога. Да, борщ как, вот, как, знаешь, вот реально, вот борщ как борщ, дух всех борщей. Так, что там следующее? Вот, красивая фотография, человек понимает, куда нажать, куда, что, куда, где зафиксироваться, куда фокус поставить. Так, у меня есть вот автобой? Подожди, а что там сзади? Позади. Так, сейчас надо проверять. Так, за сковородкой там кусочек хлебушка чуть-чуть сейчас будет есть. Слушай, вот это короче, либо чайник, да. Либо это средневековый шлем штурмовика. Какое-то устройство для пыток, как будто, знаешь, что туда ложат руку и начинает оно как гармошка, и оно начинает медленно спрессовывать как будто часть тела. Вот эти разводы, это как будто, ну, сукровица там застывшая. Уже такая, уже давненько. Да, свет теплый, фотография хорошая.
Слушай, я уважаю. Картошка с курицей, уважаю. Хорошо ешь. Хорошо питаешься. Борщи, комната за счет. Так, я тут еще с гунами дерусь. Так, варенье, абрикос. Пельмени, слушай, тоже выглядят, как будто бы ты их не варила. Так, с пачки замороженных кинул на тарелку. Ой, чапа. Че, это чапа крепкая, что ли? Да ты гонишь. Еще и вино. Слушай, это такой... вот здесь так холостяком воняет. Прям вообще пиздося. А здесь подожди. Буквально твой могу услышать парфюм. Холостячный чисто. Масса укони, это как кроссовки, из которых вино делают. Типа, что это? Масса. Масса что-то там. Сухое белое, чапман и варенье, блядь, и пельмени. Ты заметил отсылку? Очень интересно, что пельмени, а рядом стоит не сметана, не кичунес, а варенье. Не находишь это странно? Может, это все-таки вареники? Какие-нибудь сладкие, с творогом там, еще вареница. Не, уже выглядит один в один, как пельмени. Я их точно угадаю всегда, то есть столько лет практики, куда мне. Так, Максим, у тебя огромный монитор для чата, почитай меня. Ты че злой, че было, магазин Смоленцев? Скажи, Никита, что скорее всего, да, если аллергия на любимую кошечку, только вешаться. Но, надеемся, это не так. Че злой? А я не скажу, бля, если я начну это говорить, я разозлюсь еще раз, а я пытаюсь отпустить ситуацию. Я пытаюсь с кайфом посидеть, помедитировать, потыкать Silk Road под любимую группу, да? Нормальная, да, Дима? С вами почитать чат, поговорить. Посмотреть, кто чего, у кого какая трапеза. Ага, так. Проверяем. О, говорит, старый мем с 2019 года. А что не показал тогда? Это смешно. Это, слышишь, это смешно. Хороший мем. А что там в центре между колбасой и хлебом? А это льды Антарктики и то, что под льдами. Там же захоронение рептилий, по-моему, да, нашли? Ой, да, но... Насколько я знаю... Это не только что нашли. В принципе, всегда было известно. Так, ребят, придержите ссылки, но кто кидал и я пропустил, пожалуйста, попрошу вас продублировать. Я сейчас сделаю общее ревью жрачки. Кто только собирается или уже поел, вы хотя бы, не знаю, тарелку там необлизанную, там ошметки покажите. Я как Мухтар чисто определю, так. Ты, кстати, тарелку облизываешь? Смотря что на ней было. Ну да. Я один раз в столовой взялся этим заниматься, но меня смотрели, конечно, искоса, но... У меня в общественном месте было, знаешь, когда в студии, когда жрать вообще нереально хочется, что прям пиздец, а тарелки неудобные, то есть ложкой не черпанешь последние. Приходилось прям так. Да, слушай, вот это, кстати, сама посудина, она тоже очень много определяет, будешь ли ты ее вылизать потом или нет. Да. Не, ребят, не прямо сейчас скидывайте. Просто попридержите их в руке, эти ссылочки, заревьюешь им, что вы сегодня ели. Ну, кстати, я сейчас лидеры, пока два лидера. Это король борщей, который там под края налил. И я думаю, жаркое тоже хорошо. Во-первых, потому что, ну, знаешь, на самом деле жаркое стоит ниже борща. Борщ это все-таки наше, то есть наше славянское дело. Да и супчик куда полезнее, чем что-то жареное, ей-богу. Так, это кто такой тут стоит? Это кто мне мешает качаться? Ты, кстати, что, за китайца зашел? Бля, меня все укрот не заходит. Не ври. Я правду тебе говорю, как есть. Не обманывайте меня. Перезаходим еще раз. Дубль 2. Хуже облизывание тарелки, только пальцы после еды облизывать. Ну тут согласен. Хотя, опять же, что ты ел? Это что, совершенно разные вещи. Буквально из двух разных миров. Тип может всегда облизывать пальцы, но никогда тарелку. И наоборот. Это прям как, не знаю, как какие-то параллели с оральным сексом можно проводить. Да, можно найти какие-то знаки. Символы. Пальцы облизывать это хуже некуда с нескольких позиций. Во-первых, блять, это после 3 лет примерно должно уже закончиться такое желание облизать пальцы.
То есть человек выглядит несерьезно. Например, представь, что ты волк с Уолл-стрит, и мы, короче, с тобой поставили пару акций там, да, или что там они делают, короче, сидим на подкоксом на высоком, короче, там, на высоком этаже в ресторане. Вот делаем эту тему. И ты пальцы начинаешь облизывать, блядь. Это несерьезно, это мужчине не подобает, раз. Во-вторых, на пальцах просто, ну, хрен его знает, сколько микробов. А тарелку облизать, это только в том случае, что если вот прям вот настолько было бисовая кормежка, и настолько хочется жрать, что ты не готов отпускать вот эту каплю, даже это должно быть как гештальт закрыть. Как тип с ОКРом не может уйти, если там еще ложка борща осталась на дне. Понял. Говорит, ну так. Свои еще норм облизывать, говорят, ну ладно. Слушай, и чё, вот я сейчас в Китае, в родном, у меня тут вообще другие задачи совершенно. А ты просто бери телепорт на европейский город, и на этих задачи будут на этих стражниках, блядь, распорядителях, ну, вот этих кемпах с этими, с NPC. Ты думаешь? Точнее, ты знаешь? Шуля пишет, облежу только ухоженную красивую тарелку. Писать в ПМ. Да-да, сделаю молодой красивой тарелке приятное. Я угораю всегда, послушай, как каким хуем озабоченные мужики, да, которым за полтос. И они пишут подобную ересь всегда, там, сделаю там молодой девушке приятно. Блять, как можно быть настолько оторванным от мира, нахуй? Слышишь, помнишь, мы с тобой как-то еще в студенчестве новость читали про какого-то типа где-то в Казани, что ли, который набросился на девушку. Да, он был, типа, ее сосед там сверху или снизу ли. И она, типа, рассказывала, что он такой на нее накинулся, ну, типа, ее как-то скрутил. И что-то я выдал, типа, в духе, не дергайся, пожалуйста, я не сделаю тебе больно, я просто хочу тебе отлизать. Я помню эту историю. На самом деле, мне пару дней после этого кошмары снились. А я ему, знаешь, мне его как-то даже жалко стало. Ну, вообще-то, да, можно понять. Но... А, говорит, это анекдот. Это, знаешь, как это одна из историй, это одна из тех историй, которые есть в каждом городе, в каждом поселке. Это типа, пошел военкомат, член встал, это самое, в стакан, ну, дали макнуть, а ты его залпом выпил. Вот такая тема. Че, не знакомо? Да, ты знаешь, не очень. Да ладно, в военкомате не был? Ну там на осмотре, пацаны, вы чё, блядь, как маленькие? На осмотре в военкомате у пацана член встал. Но ему стакан дали макнуть. Но он не макнул, а выпил. Что значит что? Что, блядь, до него макали в этот стакан, а он выпил. Понял. Ладно, пусть так, если тебе так проще. Это же классика. Говорит, это был я. На вкус, говорит, как черноголовка. Смысл имеет. Так, ты говоришь, что ТП сделать в европейский город. Сейчас посмотрим, попробуем. Выбрать зону перемещения. А, у меня только по Китаю. Понял? Меня трусит. Реально, нельзя перейти на европейскую сторону? Нет, ну давай еще как бы определимся, что такое европейская сторона. Упрись в китайскую сторону по порталам. Типа хочешь сказать поскакать куда-то и перейти? Не-не-не-не, порталами, до максимально далекого города по центру. Так, сейчас надо будет еще вспомнить, откуда мы начинали. Так, если Чанган, Дуньхан, то следующий Хотан. Хотан, поехали. Нихуя тут красиво, ебать тут сервис. Народу, ебать тут народу, охуеть, вы чё, ребята, чё, в Китае? Да, ебать, это живая игра, слушай, это, она шевелится, она как бы развивается. А слушай, подожди, чё, получается, китайцы и тут, и там, и в реале, и здесь заполонили планету? А чё, мы зря, значит, мы чё, опять не то всё выбрали? Ну, слушай, я ещё не знаю, как в Европе. Так, подожди, Самарканд, это же вот мы сейчас, подожди. Да, Самарканд это там, где я. Ахмат, а что ты мне врешь, что ты типа скачал игру? Во-первых, пацаны, пожалуйста, пройдите по ссылке, нажмите на ссылку, посмотрите, что родной, там происходит. Родной, я в Самарканде. Ну, вот, отлично. Здесь весело, здесь хорошо. Выходи здесь до ближайшего компа, который дает задание, я подойду. Ахмат, не пизди, если бы там один сервер, ты бы не спрашивал. Подожди, слушай, первая застава Средней Азии. Ты там брал квесты, да?
Так. Посмотри сейчас на мапе. Да, я... Нет, ну я уже где-то в другом месте, по-моему, брал. Но если что, туда приходи, тоже нормальная тема.